пятницу 8 декабря в Рязанском Кремле прошло не совсем обычное для музея мероприятие, а именно спецгашение марки с изображением рязанского памятника Евпатию Калаврату. Марка, а также конверт первого дня были выпущены в честь памятной даты, которая касается всех жителей страны, но рязанцев особенно. В этом году отмечается 780 лет с той даты, с тех времен, когда татар-монголы напали на нашу Рязань, на Русь. И мы первые были в числе, кто стал оборонять наши границы. И мужество наших людей, героизм, сила и смелость, и наш легендарный герой Калаврат, вот они все поразили настолько захватчиков, что, казалось бы, да, вот даже они оценили, насколько мы внутренне сильны. Ну что, вот несколько минут остается до того важного момента, когда мы погасим эту марку, поэтому я всех рязанцев поздравляю с этой очень уникальной и ценной датой. Процедуру спецгашения провели лично министр экономического развития региона Светлана Горячкина и директор рязанского филиала Почты России Петр Качан. Спецгашение уникально тем, что оно происходит только в один день, и штемпель спецгашения только на один день, и тем он уникален для филателистов, соответственно, и филокартистов. Для начала было погашено всего 6 марок, ну а после завершения торжественного мероприятия гости могли приобрести как саму марку, так и конверт первого дня, причем не только приобрести, но и тут же отправить ценное послание адресату. Среди гостей присутствовали сотрудники музея и рязанского филиала Почты России, автор памятника Евпатию Калаврату Олег Седов, а также филателисты Рязани, для которых выход почтовой марки с изображением земляка – событие особое. Поскольку это очень значимое для Рязани событие, потому что не так часто на знаке почтового оплата появляется изображение Рязани, то поэтому, в общем-то, у нас тут несколько представителей филателистов, и мы захотели участвовать в этом мероприятии. Всего было выпущено порядка 5000 марок с изображением Евпатия Калаврата. Около 1000 отводится на рязанский филиал Почты России. В обращение марка стоимостью 35 рублей поступит в субботу, 9 декабря. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».